сегодня день рождения Бориса Немцова. Это был патриот России, который боролся за то, чтобы Россия была мирная, Россия была процветающая, Россия жила в дружбе со всеми народами. Нам его сейчас очень и очень не хватает. Чудовищно, что некоторым деятелям даже через каких-нибудь полгода, год уже присваивают имена, и в топонимике Москвы они занимают место. Сколько мы не боремся, его друзья и последователи, за то, чтобы этот мост назвать мостом Немцова, ничего не удается, поскольку это не вписывается в ту стратегию и тактику, которая сложилась в современной России. Грустно, конечно, очень нам не хватает. Спасибо, Борис, что ты был с нами, и жаль очень, что так рано и трагично оборвалась твоя жизнь. Низкий поклон тебе.